Семья, в которой я проживаю, их зовут Тереза и Майкл. Отличная семья, у них маленький ребенок есть. Джемми. И, в общем-то, это очень такой, ну, хороший, отличный вариант, отличный отдых. И прекрасно, в семье все прекрасно. И в плане приготовления еды, и в плане вот атмосферы, которую они создают. То есть вообще очень-очень гостеприимные семьи здесь.